Хеусап, меня зовут Флэйджик, и добро пожаловать в игру под названием Майнкрафт Хардкорные приключения. Ну что ж, ребята, добро пожаловать ко мне домой. Сейчас я отправлюсь на свою ферму, так сказать, манопотребление. И, в общем-таки, вы увидите тут. Во-первых, у меня русский язык стоит в Майнкрафте. К сожалению, мне пришлось это сделать, я очень не люблю вот этот тонкий шрифт. Очень неприятно смотреть на него, но чтобы узнать, как быстро регенерировать мне ману и тому подобное, мне пришлось узнать, что у нас есть пламя края, то есть у нас были эти цветочки, нам давались как приз. Да, вроде как приз, я сказал, ну как, вы поняли, что где-то не здесь давали. Короче, а где мы взяли, откуда мы... Просто, во, нам дали из Slow Mana Generation пламя края, 4 штуки, мы как раз таки их поставили, подсоединили к этим штукам, и они питаются просто, если бросить рядом какое-то горючее топливо, они будут жрать за раз, но так как у них топливо там еще не закончилось, они еще будут высасывать из него все. Ну что ж, я на самом деле, ребята, только под конец сейчас, ну под конец того, что сейчас вы видите, то есть... Буквально 2 минуты назад у меня только сгенерировалось достаточное количество маны, чтобы я смог алмазики, это мана-алмаз сделать. Это пипец как сложно было, серьезно вам, ребята, говорю. Итак, так как у нас есть мана-алмаз, мы можем сделать кое-что интересное. Много всего я пока почитал эту лексику ботани, много всего узнал. И эта книжка нам очень сильно будет помогать в развитии мода ботани, лексика ботани. Ладно, нам уже 4 мана-алмаза и рунический алтарь. Рунический алтарь, как вы помните, делается как раз таки из мана-алмаза. Возьмем сразу стак, ничего страшного. Так, рунический алтарь. Угу. Жизнь камень. И просто один мана-алмаз, мы получаем рунический алтарь, который мы сейчас положим в EMC. А потом заберем оттуда все. Такс, и квест завершен. Изи. Опять нам дали эти цветочки. Они почему-то, кстати... Ну, я понял. Окей. В общем-таки, почему-то они не стакаются. Вот, видите, эти не стакаются. Подожди, а если мы сейчас так сделаем? Не, вот эти почему-то стакаются. Я не знаю, чем они отличаются, но, может быть, у них какая-то энергия осталась просто, и поэтому... Ну, ладно. Так, что я хотел еще сделать? Что можно сделать из мана-алмаза? Вот этот пилон маны, который при расположении... Планшет маны... при расположении рядом с нашим бассейном маны, он будет показывать, теряем мы ману или нет. Так, вот Chisel Волхов, кстати, какая-то крутая штука. Вроде как... Лавинг Аватар. Ладно. Потом посмотрим. Так, что по квесту дальше? Во-первых, рунический алтарь. Нам сейчас, наверное, нужно будет как-то... Да, руна воды, руна земли, руна огня, руна воздуха. Нам придется сейчас еще на руническом алтаре колдовать, что-то делать, чтобы получить это. Что? Сколько у нас в бассейне маны? Ну, достаточно. Много, быстро генерируется уже, потому что... Ну, топливо, естественно, мы ему самое крутое нафигачили. Не белый тот камень, конечно, но... Все равно круто. Видите, он не хочет жарить, потому что... Он сыт. Он не может жрать больше. Все, они не жрут просто. Ладно. Заберем и поставим где-нибудь рунический алтарь здесь. Вау. Тут даже анимация какая-то есть. Хорошо. Руна, давайте посмотрим. Руна. Руна воды у нас делается из костной муки. Ой. Так, подождите. Рунический алтарь, наверное, рядом нужно поставить где-то. Давайте. Может быть, связать как-то надо? Ну ладно, допустим, где-то вот здесь рядом стоять будет. Но, подождите. Мне кажется, что... Ой. Нужно так, биндинг мод, во-первых. Оп. Нет. Так, это не работает. Может быть... Ведь он даже это не хочет привязывать. Подожди, а как в него тогда ману? Вау. Ладно. Ну, допустим, сделали красиво. Ладно, убираем это. Так. Давайте расположим крафт, окей. Мана-паудер. Опять на... О, кстати. Я ганпаудер опять туда положил. Короче, ганпаудер я хотел проверять, но... Просто я смотрел, сколько EMC все же нужно для мана-алмаза. Там вообще дофигища нужно было. Я просто с ума сходил. Так, паудер.
А, стоп, порох. Теперь нужно по-русски все писать. Все, ты теперь по-русски пиши, Джонни. Фиг тебе. Так, давайте мы все эти цветочки, все вот это дерьмо сложим сюда. Пока нам это не нужно. Все. И этот цветочек. Так. Оп, 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 оп. Ну, мы много можем получить там маны, дофига. Так, сразу. Еще раз. Еще раз. Руна воды. Костная мука, удочка, сахарный тростник. Кстати, у нас сахарный тростник вообще есть? Подождите, а у нас сахарный тростник есть? У нас нету сахарного тростника! Боже мой! Костная мука есть! Слиток, во. Моносталь. Удочка. И тростник. Окей, придем и летим на поиски тростника, ребята. Подождите, у нас реально не было тростника все это время. Вы представьте, ребята, реально все время у нас не было тростника. Лол. Просто представьте, не было тростника. О, тростник. Блин, он текстуру другую теперь имеет. Блин, теперь вообще реально. Я искал светлую, я может уже где-то пропустил. Вот, видите. Я просто пропустил тростник, потому что я ориентировался на другую текстуру, на более светлую. Она теперь просто сливается. Не знаю, зачем текстуру поменяли, но Майнкрафт уже давно скатился. Так. Сахарный тростник. Сахарный. Угу. Все, у нас, в принципе, все есть для совершения ритуала нашего. Поэтому паудер. Потом. Слиток. Это фигня. Монопаудер. Тростник. И удочка. Все. И чтобы это все у нас... мы все сделали, правильно? Угу. Тогда заглядываем в лексику ботанию, чтобы нас научила книжечка чему-то. Так. Нет! Какой онлайн? Какой онлайн? Господи, не хочу я онлайн. Не хочу онлайн, спасибо. Нет, нам нужно... Управление маны, создающий флор, резистующий флор, природные приборы, артефакт. Давайте мистические предметы. Лол, сколько тут всего, вы посмотрите. Просто понимаете, там все много всего, что нам уже давно не нужно. Ну ладно, рунический алтарь, во. Руническое создание — довольно важный комплекс продвижения ботанической магии. В первую очередь, этот тип создания требует хорошее знание управления маной. Что это такое? Прежде чем двигаться дальше, прочитайте курсы раздела... важные разделы, написанные курсивом. В этом разделе лексики ботании, они могут оказаться поучительными. Руны чрезвычайно важны для создания... Да-да-да-да-да. Понадобится рунический алтарь, это мы сделали. Чтобы использовать, нужно поместить в него компоненты. Да-да-да. Это можно сделать, щелкая ПКМ. Это мы сделали. Продолжим. Присоедините к алтарю распространительной мамы, направив его с помощью посоха леса. А, распространитель. Помните, когда алтарь получит достаточно маны, когда это произойдет, просто бросьте кусочек жизни камня наверх алтаря и снова... А, понял. Все, я все понял. А, всего, ну это руны, дальше про руны говорится. И последнее нажатие пустой рукой, пока не поглощает ману, уберет последнее помещение. Ага. Вау, смотрите, как красиво прям. А что с соотношением? Стоп, анимация. Вау, еще анимацию так останавливать можно. Тут уже крафты, которые мы, в принципе, можем и так сами посмотреть. Но так как мы поняли, нужно просто распространители маны немножечко в другое русло направить. Братан, смотри вот сюда. Все. Так, а как мне проверить? О, смотрите, сука, как дневной зарядился-то уже. А, знаете почему? Он же, блин, кровавая луна еще. Ё-моё. Топливо закончилось. Лол. Сожрали, пацаны, жрите, жрите, жрите. Так. Еще ачивку получаем, ура! То, что мы делали серию назад, алло! Так, жизняками надо, нужно будет бросить. Ой-ой. Все, хорошо, что мы почитали все это в лексике ботания, а то бы мы не знали, как это убрать.
Блин. Не люблю, честно, на самом деле, реально не люблю Майнкрафт на русском языке, очень неприятно. Я всегда ставлю английский. Потому что, ну ладно, в любом случае, какая разница, будем делать, как мне не нравится, потому что это у нас, как говорится, последний сезон, и Майнкрафт у нас вообще уйдет навсегда. Поэтому ладно. Так, жизни камень нам нужен. Жизни камень. Потерпим, так сказать. Жизни камень. Так. Ну а как я реально пойму это? Вроде крафт у нас весь готовый. Правильно? Весь крафт готовый. Паудеры там. У нас два паудера. Я дебил. Я реально дебил. У нас два паудера. Вот оно чё, Михалыч. У нас два паудера было. Ладно. Это сюда. Это сюда. Это с... О. Это сюда. И чё ещё? Моносталь. Тростник. Вот, пять штук. Все, все по фэншую лежит. Не по фэншую. Не, давайте тогда сделаем так. Как там написано? То есть сверху, вот так. Сверху направо. То есть сначала мы кладем мана паудер. Потом мы кладем слиток. После слитка мы кладем костную муку. После костной муки мы кладем тростник. После тростника мы кладем удочку. Все. Крафт в идеале просто. И осталось кинуть жизни камень. Когда мы поймем, что достаточное количество маны имеешь, братан. Но как мы это поймем? Мне кажется, мало одной штучки этой. Вау. Он весь заполнен уже, посмотрите, ему просто некуда эту ману девать. Реально дофига маны. Нужно еще больше распространителей. Братаны, смотри, вот сюда. Сможем? Смотрите. А он точно не высасывает? Может, он с бассейна взял эту ману? Я не знаю, откуда он маны берет столько. Может, ему просто некуда уже девать эту ману. Вроде настреляли мы всю ману уже сюда. Смотрим еще раз. Смотрим. Продолжим. Присоединяйтесь за спасителем маны, направив его с помощью посоха леса. Мы это сделали. Вы поймете, когда алтарь получит достаточно маны. Когда это произойдет, просите кусочек жизни камня наверх алтаря и снова по нему посохом. Так. Нет, это не так работает. Так это не работает. Я реально не понимаю, как нам проверить ману в этой херне. Как нам ману проверить? Может, мы вообще что-то неправильно сделали? Вроде распространитель маны, если посмотреть, то они вообще полностью заполнены, просто зафилены. Зафилены, блин. Зафилены, ну то есть наполнены. А если мы сделаем вот так? Ходит мана ли вообще? Короче. Дресня все это. Я не понимаю просто. Мы все направили сюда. Топливо ты имеешь. Только, да, ну, если так подумать на самом деле, ребята. Ману ему нужно дофигище наполнить. Вот, смотрите. Ему некуда уже ману девать просто. Вот, у него, он полностью заполнен, видите? Просто он никуда не отдает свою ману. Это распространители маны. Мы все делаем правильно. Мы все почитали. И потом давайте еще напишите в комментах, что я что-то неправильно сделал. Я все почитал, как тут сделано. Руническое создание, все это понятно. Да. В первую очередь, это тип создания, хорошее знание управления маной. Где тут управление маной, типа, смотрю, даун, ты. Введение в ману, господи. Распространитель маны. Дальше. Мана спридер. Угу. То есть, подождите, мы можем между собой, что ли, чтобы они вот так делались? Удерживание... мы просто смотрим, но...
Я не знаю, зачем это. Ну, типа, он может по диагонали даже смотреть. Я не понимаю, зачем эта картинка. Блок позволяет Ване перемещаться от точки А к точке Б. Если этот блок поставить на землю, он будет смотреть в одну из шести сторон, щелком в ПКМ, посохом леса, в руки распространить. Ага, да-да-да-да-да-да. Короче. Что? Но тут призмы нету, призма-то нужна в любом случае. Че, мы тут просто так делали эту призму, я не понимаю. Мана Миррор, искры, звезда маны, неточность измерения создания звезды маны. Я не знаю. А, это не то, подождите, это звезда маны. Она будет показывать, когда у нас не хватает. Ну, точнее, теряется там маны и тому подобное, но... Распределитель маны. Любой ботаник в конечном итоге достигнет точки, когда одного бассейна маны будет недостаточно. Распределитель маны исправит все это. Разместив вплотную к нему несколько бассейнов маны, мана, полученная через всплески. Всплески? Так, идем назад. Всплески где-то были. Ладно, искры. Искры — это интересный объект, созданный из комбинации чистой энергии и маны. Они могут быть измешены специальным отдающим или принимающим ману блоки, например, бассейном маны. Некоторые блоки могут использовать ману из искр, но их использование для этого, кажется, пока существенно ограничено. Хватайте ложки! Искра. Буря. Безумие. Подождите. Hold up. Spark. Ну, типа, возьмите ложки. Готовьте ложки. Может, это искра сделает? В принципе, крафт мы поняли. Очень сложно, дорогие друзья, очень сложно. И, видимо, мне придется посмотреть туториал, потому что я вроде делал все, распределитель маны у нас полностью направлен на рунический алтарь, туда же написано. Но когда тебе достаточно маны будет, я должен буду кинуть жизни камень. Меня залагает Майнкрафт, я нажму правой кнопкой мыши, и я должен был забрать у тебя эту штучку. Ну ладно, раз этой штуки нету, то, ребята, мы... Точнее, я пойду смотреть туториал, как это все делается. А мы с вами закончим на этом серии, ребята. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlyGK. Всем удачи, всем пока.